Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в Любляне. Здесь только в этом клипе, а и так будет очень хорошо. Сегодня я на площади Республики перед памятником социалистической революции народов Югославии, который была главная инспирация Большая Красная Октября в Советском Союзе. А что есть социализм? Владимир Ильич Ленин в своих больших теориях ленинской версии марксизма сказал, что класс есть группа людей, которая боится за победу и власть в государстве. А классовый бой есть компетиция между классом работников и классом капиталистов. И когда победит рабочий класс, тогда наступает социализм. Ну так, это будет все. Я желаю все хорошо и до свидания.